Драгоценнейший султан, моего счастья обитель. Хюрем в гнетущей тоске лицо свое посыпает пылью из-под ног ваших. Повелитель моего блаженства, меня сжигает пламя нашей разлуки. Она вырывает у меня сердце. Мне стало трудно дышать, мой султан. Айше, выйди и не приходи, пока не позову. Мне нужно взять кое-что. А мне что? Иди. Живо, живо. Какая она тупица. А, добавим еще. В сердце моем пламя. Душа сжата тисками. Правильно. Пиши, Нигер Калфа. А удастся ли его отправить, Хюрем? Ты давай пиши, а я уж отправлю. Турбей не говорил, она понравилась ему. Не просто понравилась, он в полном восторге. Хюрем Хатун, идем со мной. Что такое? В чем я провинилась? Они меня наказали? Иди, иди, не бойся. Thank you.
Хатун, мы куда идем? Я очень боюсь. Ты ведешь меня в тюрьму? За решетку опять? Рабство отныне для тебя закончилось. Ты свободна, наконец. Ты едешь во дворец Идирны невестой. Султан Сулейман в Идирне меня ждет, да? В Идирне тебя ждет тот, кого Валиде Султан определила тебе в мужья. Я стану только невестой султана Сулеймана. Буду его женой. Ты оглохла, что ли? Уясни то, что я сказала. Сын визиря Касым-паши будет твоим мужем. К нему ты поедешь в Идирне. Вбей это в свою глупую голову. Ты отправляешься завтра же в другой дворец. Нет. Нет, прошу вас. Прошу вас. Я отсюда не уеду. Султан Сулейман! Хватит! Султана Сулейман-хана не трогай! Валида Султан так велела, и ты уедешь. Вот и все. Благословит Аллах Валиде Султан. Всех от этой русской рабыни избавила. Госпожа моя, беды какой бы ни вышло. Не болтай зря. Посмотреть бы сейчас на эту нахалку. Уезжает отсюда. Надеюсь, Аллах не спошлет ей муки адовы. Не спошлет. Радуешься, Махидевран? Такой прекрасный вечер вы устроили, госпожа. Отныне наши дни и вечера еще лучше будут. Ты согласна, Хатидже? Только бы повелитель вернулся в добром здравии и с победой. Другого счастья мне не нужно, Валиде. Отправляйся к себе. Слезами ничего не исправишь. Завтра будет новый день. Мне с Валиде Султан нужно поговорить. Попросить о милости. Иди, иди в комнату, быстро. Не вздумай, Хюрем. Счастья тебе, невеста. Не болтай попусту. Это Хюрем дворец, и я не уеду. Я женщина султана. Любимая женщина. Нельзя. Меня трогать нельзя. Сдохни. Дайе Хатун, уберите прочь эту невоспитанную рабыню. Я не служанка. Я Хюрем. Хюрем-султан.